Сегодня у нас Sony Ericsson, модель X10 и замена тачскрина. Тут у нас сломаны. Снимаем батарею. Разбираем телефон. Снимаем заднюю панель. Отстегиваем аккуратно, с кнопками, они выпадают. Вот так вот выглядит новый тачскрин. Давайте сразу его попробуем. Его разъем присоединяем. Новый. Давайте включим телефон снова. Включаем телефон. Загрузился телефон. Вроде бы все работает. Снимаем старое стекло. Стегиваем шлейф. Далее кнопку. Снимаем вот эту вот верхнюю панель. Вот она у нас застегивается шлейфом. Модуль, громкоговоритель, слот сим-карты, карта памяти. Далее вытаскиваем плату. Здесь еще один шлейф наверху под гнездом наушников. Стегнули. Достаем клавиатуру. Нить аккуратная, она в сборе идет у нас с кнопкой, которая приклеена к каркасу. Вот оно, наше стекло, разъем стекла. Включаем фен. И снимем пластик, потому что все равно сгорит. Греем по периметру.
прогрели. Соединяем стекло таким образом. Вытаскиваем шлейф через отверстие тачскрина. Посадочный скотч сохранился, в принципе, вполне нормально. Можно будет посадить новое стекло на него же. Давайте удалим пыль. Снимаем защитный пластик нижний, вставляем в отверстие шлейф, прижимаем к рамке тачскрин, ставим экран в сборе с рамкой. Вставляем клавиатуру. Вот она, эта кнопка, вставляем, устанавливаем ее на свое место. Далее ставим плату, вставляем сверху. Аккуратно не оставьте какой-нибудь шлейф под платой. Настегнули шлейф верхний, поставили гнездо наушников, шлейф кнопок. Шлейф тачскрина. Застегнули. Верхнюю рамку ставим с кнопками. Кнопка звука. Установили. Нижняя кнопка, по-моему, камера. Ставим верхнюю панель. Вот. Забыли верхнюю рамку. Модуль в сборе с лектором сим-карты и картой памяти. Установили, она защелкивается вот здесь вот сверху. После этого уже ставим рамку. Поставили батарею. И все, друзья, таким образом меняется тачскрин на модели Sony Ericsson X10. Довольно старая модель. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал и удачного дня.